Доброе утро, дорогие друзья. Доброе утро, Александр Анатольевич. Здравствуйте, Михаил Михайлович. Вроде мы не виделись, да? Угу. Что это вы здесь делаете? Это вроде бы вы не знаете, да? Да вот, разбираю утреннюю почту, прошу. Благодарю. Садитесь, пожалуйста. Спасибо большое. Ну что ж, разбирайте. А вы что тут делаете? А я вам вроде бы помогаю. Понятно, ну помогайте. Я хочу вас предупредить, Александр Анатольевич, утренняя почта – это музыкальная передача. Вроде бы я не знаю. Поэтому поменьше слов. Я слова не сказал. И побольше новых шуток. Михаил Михайлович, утренняя почта – музыкальная передача. Какие могут быть шутки? Как будто они у вас есть. Дорогие друзья, утро, огромное количество писем, утренняя почта на телевидении, в павильоне никого нет. А я? Я и говорю, никого нет. Придется ответить на письма, присланные во всей передаче. Поехали. Поехали. Не нервничайте. Я не нервничаю. Хочу вас спросить, а как-то этому удается останавливать лошадку всегда в нужном месте? Она у них дрессированная. О. Не нервничайте. Вот сейчас я нажму, и сразу будет музыкальная пауза. Смотрите.